105 полотен с изображениями ангелов-хранителей можно увидеть в трех залах Сочинского художественного музея. У каждой работы своя история. Авторы со всего мира перенесли на полотна вдохновение, чувство любви и благодарности. Специально к открытию выставки сочинская художница Гуар Казарян написала картину «Я рядом». Момент спасения 15-летней девочки дядей Оником, как называли его ребята из Армении, отпечатался в памяти Гуар навсегда и был перенесен на полотно спустя 30 лет. Эта картина написана по воспоминаниям о землетрясении 1988 года в Армении. Это мужчина реальный. Он вместе со всеми мужчинами в первые часы до приезда спасателей и врачей, самые первые часы, вытаскивали людей, выживших из-под завалов. Каждая работа не только имеет историю, но и носит судьбоносный характер. Молодая художница Юлия Иванова была серьезно больна, начала изображать ангелов в благодарность за каждый прожитый день. В итоге она поправилась и до сих пор продолжает рисовать небесных хранителей для себя и других людей. Проект родился 3,5 года назад в Сибири. За это время прошло 88 выставок и презентаций. К нему подключились около 200 художников со всего мира. Всего в проекте будет 365 работ. Каждая работа привязана к дню календаря, поэтому это получится своеобразный календарь ангелов, но в то же время уникальный арт-объект, который вот состоит из 365 работ, где каждый художник, как вдохновленный миром творец, принимает участие в создании вот этого единого полотна, которое потом будет создано. Пока этот календарь состоит из 185 работ, еще одна появилась сегодня. «Ангела Сочи» в зале художественного музея написал мастер Игорь Венский. Выставка «Ангелы мира» будет работать по 12 ноября включительно. Параллельно часть экспозиции будет размещена в арт-галерее «Форт». Открытие экспозиции там состоится завтра. После Сочи проект отправится в Москву. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.